упрек к тяжелым манекену. К тяжелому манекену применить надо упрек. Так, это тяжелый манекен. Так, хороший упрек. Ничего. Бей манекен. Представь, что это тот, кого ты больше всего ненавидишь или любишь, или и то, и другое. Это вот это. Возмездие. И это два. И чего? И это три. И это четыре. Это лечение. Так, а это восемь. Уже применили. Применить возмездие молоката к легкому манекену Зивки. Господи. Ай. Точно легкий. В защитной маске. Со всеми делами. Так. Сейчас посмотрим, что применить. Потом посмотрим. Так. Ай. Так. Возмездие. Применить возмездие. Вот это второе.
я с применением. Карта. Уничтожить легкий манекен Сивки. Как же я его уничтожу? Рывок проклятого к бормочущему. Это вот это что ли? Нет. Ага. Применить рывок проклятого к бормочущему. Бормочущим идиотом. Так. Рывок проклятого. Третий. Бормочущие идиоты. Нормально. О. Теперь что? Способность разрушительный вихрь. Разрушительный вихрь. А, вот. 8. Это разрушительный.
Оказывается, R надо нажать. Себе забрать, поговорить с Шикарадом. А где Шикарад? Вот чокнутый парень. Так, сейчас как его там, как я и хотел. Буквально вынос мозга. Я всегда говорил, что с взрывающимися головами все становится лучше. Тебе следует использовать этот болт в войне трех альянсов. Может, теперь наконец смогу досмотреть битву до конца, не уснув. Но разве оружие поглотит мою душу? Благодаря Малакбалу тебе больше не нужно об этом беспокоиться. Душелишенный, когда покончишь с Вален Дранком, он может тебя убить, или тебя может убить кто-то еще, или ты можешь вообще не беспокоиться об этом, а просто пойти и размножить кому-нибудь голову зачарованным молотом. Я смогу избавиться от Балендранга, однажды взяв его. Смертельный зачарованный молот. Малаката нельзя бросать, где попало. Ты всегда можешь вернуть его сюда и потом играть с ним время от времени. Дом дядюшки Шеу. Правила дядюшки Шеу. Но если уж ты берешь великий артефакт в Сиротиле, придется потрудиться. Я не хочу жертвовать душой ради силы. Ах, смущение вина. Мой хлеб с маслом, безумие мой сыр, душевная стойкость мой дынный салат с шевром. Не будь я бессмертным, сейчас бы уже проглотался. На этом все. Убирайся. Желаю удачно сносить голову. Вы получили 193 золота. Совершить задание. Почему ты еще здесь? Что озадачен? Я смотрю, тебе постоянно что-то озадачивает. Вид у тебя такой. Можно еще раз испытать Валендранг. Ты случайно не хочешь раздобыть другие великие артефакты? Я ценю твое безграничное любопытство и сдерживаю жажду силы. За обладателями этих качеств интересно наблюдать, и они легко поддаются внушению.
я непременно одолжу еще множество вещей у моих бесконечно серьезных братьев и сестер, иначе они не совсем расслабятся. Можно еще раз испытать Валендранг. Вернуть древний свиток Картака. Сиротин. Так это показать на карте. Где? Где это? И чего они показывают? Вот зараза, а? Ничего ж не показано. Стражник пакта. Так. О, это что такое? Поговорить. Тьфу, с проповедницей Майерой. Маорой, Майорой. Зараза. Замка Черный Сапог. В одиночку. Так, обратное слияние миров. Войти в башню белого золота. Захват любых 9 ресурсов. Показать на карте. Я взял себя на себя задачу помочь пакту захватить фермы, лесопилки и шахты. Нужно захватить любые 9 из этих ресурсов. Я должен принять участие в атаке вместе с другими воинами. Многократный захват одного и того же ресурса не
назначить Лид, верховного военачальника Зимирона. Захват замка, древний свиток Гартака. Древний свиток Гартака находится в руках врага. Свиток нужно вернуть на его законное место в храме Гартака. Устранение врага. Устранить вражеских рыцарей драконов. Разведка. Отправиться к лесопилке форта Уорда. Ну, хоть этот покажут. О, показали. Так, а где мы? Ого! Захватить ферму форта. Ага, это у синеньких все. А у желтеньких? О, у желтеньких тоже что-то. Захватить замок Черный Сапог. Ни хрена себе. Да, тут надо, конечно, с другими шаромышниками. Захватить ферму форта Коготь Дракона. Так, а вот это что? Отправиться к лесопилке форта. Производство оборона. Что захватить ферму форта Коготь Дракона? Это невозможно сделать. Ну ладно. Так, зато это близко. Ближе всего. А это моя крепость. Конечно, это ненадолго, это счастье, то, что крепость моя. Так, в крепость мы должны прокачиваться животные, если на них катаешься. Так, что-то она не двигается, а вот.
прыжком гораздо быстрее получается. Так. Это у нас что? Захватить ферму форта Коготь Дракона. О, какая прелесть. Ой.
Все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.